Ну и по сообщениям агентства Reuters, автомобиль, который ушел от места происхождения, не был зарегистрирован. Извините, товарищи жители, у нас очень срочное сообщение из Джендебайна. Байда от вашей журналистки Иры, которая сейчас к нам подсоединяется через интернет-видео, чтобы сообщить нам о деталях погоды в Джендербайне и прогнозе на ближайший уикенд. Мы переключаемся к Ире. Ира, вы меня слышите? Алло, Ира, слышите? Слышим. Ира, какая погода сейчас в Джендербайне? Скажите, пожалуйста. Погода, метет, ничего не видно. На машине, на колеса нужны цепи, без цепей. На шею тоже нужны цепи, блядь. А скажите, а что вы считаете о будущем погоде в Джендербайне? Будущая погода через пару часов будут лыжи, санки, коньки, где будут кататься. Ира, я вижу на заднем плане Я вижу на заднем плане. Рекламная пауза.